Начну с такой истории независимой Литвы и как бы как развивалась неонацистский и националистический такое движение, как бы наша позиция. Я сама не только феминистка, но и анархистка со старых советских даже времен. И наши оппоненты как бы развивались вместе с нами, как бы наша оппозиция росла с нами рядом. И было очень странно, когда наши как бы друзья панки там из андерграундных слоев начали как бы заражаться неонацизмом. Это был такой странный феномен. И эти вот субкультуры как бы разделились. Сцена хард-рока, там металлистов, как бы перешли в руки неонацистов в Литве. И как бы эти субкультуры, которые в советское время жили дружно, и в независимой Литве как бы стали страшными оппозиционерами. И в Литве, ну, как бы после исхода из Советского Союза очень хлынуло много идей всяких там, новые религии, новые политические, это такой большой был всплеск разных идей, там, и вегетарианские, уфонауты, и там, ну, было очень много информации, и с этой волной новой информации пошел этот неонацизм в такой брутальной форме, когда были войны между субкультурами панков и этих неонацистов, так там, да, поджог автомобилей, избивание, там, ну, война была на этих улицах, стадионах, еще и теперь иногда бывает, но как бы эмиграция очень... Ну, ряды панков, всех анархистов, все уехали просто из Литвы на лучшие земли в Испании, в Португалии, даже в Бангкоке есть сквоты литовцев, которые как бы, ну, почему бороться, если можно, куда хочешь уехать, это вот натура анархистов как бы всегда такая, ну, искать, ну, что было, ну, весело и просто. Просто многие уехали, активисты, и очень мало осталось. И мы недавно посчитали, что на одного активиста около 1000 неонацистов. Уже такое у нас, как бы. И мы, как бы, вынуждены искать всякие формы, ну, чтобы, ну, оппозиция все какая-нибудь была все-таки. Но опять верну своему слайд-шоу. Вот это официальный сайт наших патриотов, они так себя называют, и так называют их официальные политики. Вот и сайт так легальный, Литва литовцам, литовцы Литве, как бы самый главный этот, как бы забыла слово, лозунг, да. И это они вот всю историю, все фотографии, как бы это нет какое-то подполье какое-то, это все официально. И там вот все такие фотки, вот это фотографии с первого марша националистов, который прошел в 2008 году, хотя мы вступили в Евросоюз в 2004. И как бы мы, как активисты, как бы, ну, все равно, ну, думали, что будут какие-то перемены в этой сфере. Думали, что, ну, человек, ну, эти основные, как бы, принципы прав людей, ну, придут из Европы к нам, как бы. И это вообще не подтвердилось, потому что и все изменения пошли только на экономических каких-то кругах, там инвестиции какие-то, там дороги начали делать лучше, но в этой сфере никакого продвижения не было. Наоборот, даже эти оппозиции, как бы тоже вот эти самые Гейропа там, они наоборот стали как бы мобилизованнее, они уже как бы нашли враг такой Европу там,
все, и как бы это их даже, ну, объединило. И в 2008 начал, ну, был этот марш неонацистов, который проходил через главную как бы улицу, проспект Гедиминаса, ну, как бы в сердце Литвы, в сердце столицы. Они прошли такой организованной колонной, вот такие вобритые всякие, там, с свастиками, несли флаги с свастиками, там, скандировали антисемитические, националистические лозунги. И прошли, и им ничего не было, никаких санкций, никаких там, что-то поговорили там, политики как бы ничего не говорили правые, то есть левые ничего не говорили, а правые там, ну вот хороший, какой хороший, вот хорошая молодежь какая-то, вот патриотическая. И только вот еврейская община и наши активисты там, ну, говорили, что это очень плохо, это очень, ну, плохо выглядит в Европе, как в контексте Евросоюза. Это, ну, говорили, что это просто стыдно, что вот это происходит в Литве. А еврейская община так вообще там была как бы испугана даже. И тоже там говорили, что там Симон Византаль даже там выступал по поводу этого случая. И, ну, община маленькая, никакого там, какого влияния не имеет, так вот и все прошло и прошло. А в другом году, в 2009, уже вот они организировались лучше, и уже было легально, как происходило, как мероприятие такое легальное с охраной полиции, вот, чтобы не было провокаций там и так далее. И уже в ряду этих националистов были политики из правых. С каждым годом все как бы легитимировалось, и как бы уже вот в 2011 году уже активист Донатас Великис, мой друг, соратник, антифашист, и уже его забрали из блокады этой колонны. Он стоял с плакатом «Неонацизму нет». Его забрали, и вот по всей медии шел такой, ну, как бы тоже, посмотрите, это преступник какой. Он просто стоял неонацизм в Литве, ну, как, чтобы не было места. Что ты написала? И здесь написано, что активист, который Донатас Великис, был оштрафован 7 литов, это в долларах $200. Сумму за протест против скинхедовского марша. Ну и так там на время процесса там все неонацисты шли на слушание там, потом преследовали его семью там. Это было такой страшный процесс. Он даже после этого вообще ушел из активизма, и вообще его даже мы не знаем, где он, в Литве или... В общем, ну, потеряли активиста после этого процесса. Мы начали искать новые формы протеста, чтобы не было так, ну, как бы, для этих судебных процессов так просто, что, ну, как бы этот... И опыт акционистов привлечь всей такой вот протестной культуре художников. Я как художник, ну, подумала, что надо искать просто, чтобы не было так и просто избивать активистов, так просто уничтожать. Потому что эти полицейские избивали просто этого Донатаса и всех других избивали просто за то, что они протестовали против неонацистов. Так мы вот задумали поиграть с этими, как бы,
стереотипами слабой женщины, там беременной женщины, и пошли вот и переодевших в беременных, чтобы нас просто не избивали страшно. И ну, потом там всякие еще многие контексты, вот одна девушка переодета в флаг Литвы, там я переодела в цыганку, как бы это тоже маргинализированный такой группа женщин. Ну и так вот встали против, там 3000 нацистов шли, мы их задержали, но там полторы минуты они остановились из-за нас. Но вот было очень интересно, что мы, например, все как бы делали без телефонов, так, без Фейсбука, но все равно эти, к нам пристали женщины полицейские, как бы то, ну, они все знали. Как бы, потом мы поняли, что все, ну, может быть, где-то мы то, ну, оставили следы как организации. Вот на таком уровне преследования активистов, которые как бы не только за права людей, за права там, за свои какие-то идеи, но и за европейские идеи, как бы я тоже там много интервью давала, я говорила, что мы ваш имидж перед Европой, мы его как бы восстанавливаем, а неонацисты это все разрушают. Ну вот они как-то не понимают, многие вот политики, которые как бы с одной стороны очень проевропейские, а вот в таких случаях они как бы, ох, какие красивые патриоты. И вот и президент женщина тоже поддерживает, и премьер, который социал-демократ, тоже говорили, вот, что ну вот ничего, не погромов не было, так и пусть ходят. Вот такое мнение. Они как бы, вот не знаю, такой вот распространенный такой оппортунизм, который они называют демократией, что все там могут, все равны, все идеи равны, и вот они вот с идеей тоже как бы имеют право распространять. Ну вот с этой акцией нам повезло по-настоящему, потому что это полицейские как бы и поверили, что мы беременными. Там одной вата там какая-то, такие неправильные, но все, они боялись к нам притронуться. И это очень было хорошо, как бы для медии такой был перформанс. Это все вот эти фотографии не мои, это из периодики, ну как бы из интернета взяла. Это, ну мы поняли, что важно этот... Я забыла слово. Внимание перед от этих нацистов под медиа на себя. Мы четыре и как бы столько внимания, больше внимания получили из этой акции, чем они там 3000. Ну как бы вот если ты хорошо как бы все делаешь, то ты можешь с маленькими ресурсами в медиа показаться как большое какое-то общество, потому что ну вот времена этой общества спектакля все самое главное это то, что проходит в медию. Ну как бы если была протестная акция и никто не сфотографировал, так как-то и не было ничего. Ну, так тогда вот когда ты делаешь что-то вот очень яркое, если хорошие фотографии, хорошие виды там, так ты ну, отнимаешь просто эти бонусы из... В каком году это была акция ваша? 2012. Когда вот, ты выходишь в эту желтую медию, коммерческие там телевидения, там все всякие там интернетные порталы, так уже эти вот активисты, которые так, ну, такие как бы из академической среды, говорят, что вот вы портите наш имидж со своими там ток-шоу там на телевидении. А я говорю, если девушка юная, ну, услышит слово феминизм, хотя и самый там, ну такой коммерческий, там, ну, у нас такие бывают дешевые ток-шоу там, ну, банальные всякие такие темы. Но я говорю, иногда важно само слово.
юная девушка услышит, она может эту информацию собрать сама потом, что-то там узнать, погуглить и узнать все. А когда у людей нету вообще никаких, например, вот слово анархизм в Литве, мы тоже сами пробили. Они вот, например, какие-то вот в Греции описывают на литовском какие-то анархические эти митинги, они изменяют слово, просто чтобы не было нигде. И тогда мы задумали, что даже надо бороться за слова, чтобы они попадали. И не, потому что это вот и медиа может и все, ну как бы вырезать, все очистить, подать свою картину мира. А мы должны как бы за каждое слово бороться, ну и искать форм, чтобы, ну, не только весточки, но даже и слова выносить. Вот это фотография уже из этого года. Уже их было около 5000, и уже вот такие плакаты антисемитические здесь, вот евреи, Пикемон, Кончита Вурст, Гейропа, как вы называете, у нас тоже это слово есть. Ну вот эти флаги уже националисты Британии, уже наши вот иммигранты, националисты уже как бы альянсы делаются с иностранными. А уже в честь какого события они маршируют? А вот забыла сказать. Это происходит 11 марта, в день литовской независимости. Это как бы когда вышли из Советского Союза, как бы вот день свободы, ну, они выбрали для своих несвободных идей. И уже вот из Украины приехали, и там из Германии националисты. Ну, на этом написано: «Я горжусь, что я литовец». Очень глубокая мысль. Этот вот баннер «Здравый ум» предупреждает: доверие Евросоюзу опасно для вашей жизни. Наши националисты и скинхеды очень как бы могут похвастаться грамотностью и такой вот и остроумием, да. Вот в этом году из наших активистов никто уже не блокировал, но нашелся из житель Вильнюса из Эквадора, который все равно выступил. Потому что я, как и говорила, наши активисты почти все уехали просто в Лондон, в Барселону. Ну, сколько можно там? Преследования всякие там еще как бы преследуются не только на такой уличной, на уличном таком уровне, но и как бы с работы, там, в академических слоях, там, не дают, как бы, ну, уже как бы какой-то штамп. Еще в последнее время, если ты протестуешь против, например, милитаризации или за права женщин, или даже против вот нового кодекса по работе, кодекс, трудовой кодекс, вот, всех теперь уже последние 3 года обзывают агентами Кремля. Тогда, когда ты на... Права женщины, да? Да, всех теперь, если что, нет, даже вот я за права ромов выступаю, все равно агент Кремля, хорошо. Но это очень как бы смешно и как бы пародично, но это как, ну, когда ты работаешь, например, вот в сфере какой-нибудь, ну, и, не знаю, государственной такой работы, ну, как бы не государственной, ну, не в приватном секторе, да, но в университете, например, то это очень, ну, как бы плохо влияет, просто не можешь
по ступеням карьеры там на хороших каких-то проектах работать. Просто, ну, очень трудно. Преследуется, ну, всякими такими, даже экономическими такими. Ну вот, в этот день даже переключили этот светофор в честь этого марша. Ну, когда ты такое видишь, ну, так у тебя просто руки уже... Ну вот, вернемся к теме агентов Кремля. Это те самые агенты. Все агенты, здесь вот все эти панки-агенты. У нас вот на этой истерике войны там с Россией теперь вернули эту принужденную службу. А раньше была как бы профессиональная армия. И, ну, ну, кто не хочет в армию, ну, это панки самые первые, они, никто не хочет. И они сорганизировали, ну, я там немножечко помогла, из этот, ну, такой пикет против той призывной армии. Ну, много музыки там, принесли всякие супы там, давали там людям, разъясняли, почему не хочется и людям юным там ходить в эту армию там и так далее, и так далее. И был вот митинг, вот один из плакатов. И в своем участке я хочу посадить Путин. У нас такое дерево называется Путин. Но боюсь быть обозванным предателем государства. Вот эти баннеры с как бы с поддержки этой армии, но все написано с грамматическими ошибками, эти плакаты держат наши активисты. Ну, это как бы принцип этого Дебора, который, ну, как бы ситуационизм использовал, чтобы все изменить. Ну, потому что мы, когда организировали митинг, узнали, что будет антимитинг. Тогда юные там активисты решили присоединиться к лица в ряды антимитинга, но они принесли плакатами с грамматным. И как бы эти журналисты все там делали. И они вот стоит мой вот друг, и на этой плакате с грамматными ошибками в слове «Родина». Это написано. Охотно погибну за Родину, если мне поставите памятник. Вот. Потом это другой вот. Не знаю, что это Родина, но я... Бет, когда она зовет, я иду. Так вот. И это очень как бы эффективно было. Пришло много там медиа, а уже медиа вся работала на эту промилитаристическую как бы пропаганду. Вся уже и коммерческая, и это государственная. И они тоже уже пришли с этой идеей, что надо снимать так, что, ну, это агенты Кремля. Но все панки. А панки в Литве с давних времен, с советских времен были как бы уроды этой гнилого мира, ну, западные вот и в Европе. И как бы был такой казус, ну, нельзя эти панки показывать, как агенты Кремля. И было так вух, так быстро, и очень много такого, ну, фонового текста, но визуально как бы иллюстрировать свои сюжеты они не могли. И все были, вот фотографий мало, потому что уже все этими громадными, даже видео тоже не такое, только жик, чтобы не разглядеть, кто такие. Мы суперсировали, да? Да. Ну вот это тоже самое использование, громадных ошибок. Был протест против запрет абортов, и тоже пришли активисты из анархистов.
это тоже на баннер, кончил внутри. Чудо рождения случилось. Да. Так вот, это очень эффективно, если вот, ну, использовать как бы, да. Потому что все равно эти баннеры как бы остаются как, ну, как документация акции, многие, которые вот потом почитают, что-то посмотрят, они как бы запоминают особенно вот такие, с юмором немножко, с такой иронией. Вот там было много таких, вот таких как бы плакатов вот, организовано там, ну, такие как бы академические такие тексты, но они, ну, такие правильные, но как, ну, никто не транслировал еще, но этот пошел по всем, как вирусный, что с фотографии этого баннера. Уже там смеялись люди, там уже он шел, и как бы была такая, ну, искажение того, ну, про лайфера, как бы. То есть это выдвигался какой-то законопроект про запрещающий работу? Да. У нас как периодически. Там в Польше что-то сделают, у нас там через там полгода. Там всегда проекты какие-то лежат и ждут, пока мы там, женщины, что-то там успокаиваться, то они всегда вот опять выпрыгивают со своими там законопроектами. Даже наша конституция изменена под эту заголовку, что семья только между мужем и женой, которые заключили брак, а другие уже не семьи, если там цивильный брак, не семья, там брак из однополый брак, не брак. Там, ну, в общем, все. Там мы. Все не семья, только брак, семья. И брак официальный в церкви или там, ну, между женщинами. Ну просто вот. И всегда вот постоянная борьба уже. И когда активистов мало, то, ну, получается, что ты всегда в обороне, всегда в каком-то протестном фоне. И уже так бы, ну, как бы и самим уже как бы странно смотреть со стороны. Ну, во всех протестах одни и то же, за трудовой кодекс тоже те же самые, против абортов тоже самое, против нацистов. Вся компания, там 200 человек, наверное, со всех там, если сосчитать и там из Green партии, там нет, не партии, такие общества, там анархисты, там и марксисты, и там и академики левых флангов. И просто в один Боинг можно посадить их. Это мечта наших нацистов. Всех нас посадить и в Швецию. А с другим этим самолетом цыганы из Литвы тоже в Швецию. Я там была в одной дискуссии с там главарем нацистов. Так он мне рассказал о своих фантазиях про Боинг. Да, это не я придумала, это они. А дискуссия-то где была? На радио. Это было после того, вот эти баннеры такие вот одинаковые, официальные. Да, все в одном стиле. Да, и так они только вот и смотрятся. В таком общем, тексты такие, ну, консервативные, там, тело женщины, право, ее право, там, ну, такие все правильные. Но это мне как бы уже, особенно молодежь уже не реагирует, но вот надо что-то такое, ну, чтобы прикольно было. Вот моя подруга переоделась. Ну, вот и в последнее время очень, как бы, мы использовали много, чтобы, ну, делать разнообразней. После митингов, реакции, чтения поэтов, там, чтобы было еще такое, притягивать художников просто.
они иногда не приходят в акцию, но если позовешь ты, ну как, чтобы он выступил, тогда приходят всякие разные сцены рэперов, там вот в этом митинге были рэперы, там свои там читали стихи, женщины поэтессы читали стихи, там построили такую сцену маленькую, и был такой очень хороший тоже. Уже как бы и медиа, ну как бы уже, ну не только что митинг, но вот еще было то как бы культурное событие уже в обозрениях было. Ну вот тоже использовали всякие яркие такие предметы, тоже вот были хорошие фотографии, эти фотографии мои, но в медиа очень были хорошие, там фокусировали на эти вот вешалки. А эта вешалка, я тоже недавно узнала, что символ как бы нелегальных абортов. И это такой сильный очень такой символ. Ну, надо, когда вот мало этих активистов, мало ресурсов, можно, ну, очень надо обдумать все нюансы, все вот символы, все там, как будет выглядеть, как ты сам будешь документировать и потом распространять. Ну все, очень важно. Но иногда спонтанные всякие вот тоже бывают. И не можешь все режиссировать. Бывают всякие интересные. Опять, теперь расскажу еще о феминизме. Как я говорила раньше, у нас постоянная борьба за права женщин. В этом контексте много такого опыта общения с медией, потому что мы вот вообще нечаянно сделали такую культурную провокацию. Был такой, ну как бы, проект ночных культурных перформансов, официальный, и меня пригласили организаторы что-нибудь сделать, они даже там не очень там интересовались, что мы там будем делать. Мы тоже там что-то придумали. Ну, давай споем гимн, литовский гимн, переменяя мужские слова на женские. И мы даже, я там что-то слышала, что это как бы уголовно преследуется, но, ну, как бы, то, ну, не думала, что это правда, ну, что это как бы... может быть, ну, в реальной жизни. И мы там спели там безголосно, как-то там что-то сделали. И потом после некоторого времени получили весточки в прокуратуру за оскорбление гимна. А наши оппозиция, наши эти нацисты в Сеге смотрят, что каждый шаг наш, что там мы сделали, что там мы спели, куда пошли там, что сказали. Они там побежали в прокуратуру с этим. А не могла бы ты пояснить еще, как бы, что там было изменено, ну, например? Ну, например, там есть наш гимн, написанный Кудирка, который, кстати, был большим антисемитом, там тоже националист. И все там, есть текст такой мужской. Отцы, сыны, там нет ни одной там, чтобы были женские. Переведу немножко. И из прошлого пусть наши сыны будут как бы набираться сил. Ну, сыны там, отцы и ни одной ну, как бы женской, дочери. Ни дочери, ни матери. А мы переменили на отцы там, матери, на... Это было как бы преступлением, оскорбление гимна. Ну вот так. И мы протусовались в прокуратуре 1.5 года. И нам угрожало 2 года в тюрьме. И это уже не административное, а криминальное преступление. Статья, это оскорбление государственной символики или что-то? Да, символика. То есть вас постоянно вызывали в прокуратуру, да? На всякие там эксперты там ничего не могли придумать. Я говорила, что
Это не, если слово мать и дочь оскорбление, так ну давай сажайте, посидим за слова, женские слова. Мы не используем, что какие там, ну, эти другательства. Просто изменили текст на женский. И это вот было тоже казусом. И в этой истории мне очень как бы было и страшно, и потому что к нам очень жестко относились, особенно женщины, карьеристки. Прокурорша была женщина. Они, а я говорю, вы на этом феминизме сидите, на хороших работах. Если не мы, вы там бы сидели в кухне, и вы теперь там посажать нас. Но там прокурорша, я их посажу. Не посадили, потому что... Мы там начали заниматься такой медиатической проституцией, потому что шли сюда, там, ну, на все шоу, повсюду нас было, там показывали по телевизору, там все перереживают, все там искажают. Ну, а что делать? Говорю, ну, было главное, чтобы мы были на виду, чтобы был не запрятанный процесс. Я думаю, если будет запрятанный процесс, то их так и посадят нас на амбиции с какой-то прокурорши. А когда все вышло, очень как бы распространилось большую огласку, все. Даже приехал там из иностранные журналисты начали там интервью, там даже давали на австралийское радио интервью. Ну просто по всему миру. А когда ты, ну, когда ты открытый, тогда бывают и всякие, ну, как бы негативные там пошли и статьи, там всякие искаженные интервью. И было как бы очень трудно иногда, потому что ты смотришь на себя, на ТВ, там вообще все перемонтировано так, что ты не так не говорил вообще, там один вопрос, другой ответ, там тоже агент Кремля какой-то там. Там, например, была такая передача. Сначала Майдан показали, а потом нас, как предатели. Там боялась две недели из дома выйти. Убьют меня просто. Вот до такого было. Потом, как бы, ну, как всегда, все как бы рассосалось, да. Но, ну, как бы нам очень это повезло, несмотря на всякие такие вот страшные эпизоды. И они просто побоялись так просто сажать там, просто все. Это процесс просто... Они не выдвинули обвинений, только, ну... До суда не дошло просто. Просто поугрожали и все. Ну, полтора года. Да, но они там очень много работы, там и имитируют там очень много этой самой работы. Эксперты там задавали запрос на этих журналистской этики комиссию, потом на этих, которые язык изучают, лингвистические экспертизы, это экспертизы там по полгода. Вот так. А ты... Они решали оскорбительные листовки. Да. Они, ну, как бы все комментируется в этой медии. Ну, как бы не очень было под контролем все. И как бы... А эти вот академические феминистки так, ну, чтобы, ну, как бы поддержать, ну, нас... Ах, какие там они там пошли там вот в эту там... ТВ-шоу, вот какая они там такие. Говорю, ты сама вот походи по прокуратурам, так-то ты не знаешь, куда ты пойдешь. Что не хочется сидеть. Я сама там в тюрьме бывала, навещала этих женщин из табора. И там знаю, как там страшно. Я вообще не хотела никакую тюрьму, хотя, ну, там мало вероятности, но когда тебе страшно, то ты разные мысли тебе в голову лезут. Так. Нелегко просто. А, и потом мы как бы задали такую идею поменять символику. Вот одна из художниц, Шолтмира, феминистка тоже,
сделала герб с женщиной. И тоже был конфликт, ее выставили с галереи, с которой она как бы была, ну и как бы обещали место в выставке. А потом в последнюю минуту, когда увидела эту работу, это куратор сказала, что нет, не буду, это опять будет какой-то конфликт, там будет, там оскорбление, не надо, не хочу. Ну, как бы в среде художников сама цензура такая, даже никаких там угрожающих из внешних сил не было, даже вот никакого там сопротивления, просто сами вот кураторы отказали. А где это выставлено все равно? А потом, когда она пошла в то же медиа, это художница, вот, говорит, они меня запретили, вот эти кураторы, эта галерея. Ну, тогда все, опять шум, и тогда уже нашлись, ну, такие другие хорошие галереи. И уже мы здесь вот видим в другой галерее выставлено. Она художница-график. И такое, ну, постер такой большой. А кебаб это что значит? Кебаб это этот пища. А, кебаб. Кебаб, да. Кебаб есть, кебаб. Но она просто очень любит кебабы. И там и всегда на ее выставках, на этих вернисажах, она угощает кебабами. В этот случай были кебабы. Ну вот это мы делали на поддержку Pussy Riot. Вот тоже такое как бы простое использование скульптур, так что здесь ничего нового, мы сами в интернете нашли, когда была акция, вот сделали. Это скульптура нашей первой феминистки, писательницы Жамайты, такой в центре Вильнюса, и мы вот подключили историческую сестру по мечу. И вот сделали такой перформанс, потом тоже он пошел там всякие галереи для поддержки Pussy Riot. Тоже другой такой, ну, как вот мы используем маленькие ресурсы, например, вот было здесь на поддержку не традиционных семей. Там активисты пошли под венец с этими наручниками, прикололись к Сеймасу. В наручниках. По слайдам уже тема на всякие там акции. Здесь была акция в Первомайская. Тоже мы не могли организовать какие-то колонны там, потому что слишком мало активистов. Там мы сделали перформанс у банка. Он назывался «Банки уничтожают». Убивают. Вот, банки убивают. И мы делали вот как, ну, как бы убитые люди, ну, как их там криминалисты этой мелом и делали вот такую акцию, чтобы обратить внимание на эти долги людей. У нас очень плохая ситуация с долгами. И почти 1/3 людей в долгах банков. И не так, что должны, очень много должны. Там квартиры, все на долгах. Субсидии даже теперь пошли на обучение. Мой сын даже, вот, несмотря на то, что я там активисткой, то лезет в долги, потому что просто очень мало бесплатное обучение, только там очень мало, просто очень трудно попасть. А если там какие-то и профессии такие рентабельные, престижные, то все платно. Так он студент по рекламе, маркетингу, и там все платно. Лез долги.
Так, мы вот эту тему актуализировали, сделали вот такой перформанс. Это вот из этого года фотографий тоже очень много, как я говорила, много поэзии было в протестах. Это в поддержку квир-общества акция. Это люди читали поэзию, квир-поэзию, своего сочинения или других авторов. Ну, как бы очень важно делать такие, ну, не глобальных, больших, не очень трудно, но когда вот в каждый там месяц или какие-то маленькие ивенты, это очень как бы хорошо, потому что, ну, надо очень много всяких акций, проектов, чтобы ты копил как бы информацию, опыт, но иногда очень много плохих, например, и очень много как бы неэффективных мероприятий, но если ничего не делаешь, то нет опыта просто. Когда ты идешь, двигаешься, тогда что-то и бывает. И вот этот маленький такой, но уже была медиа, уже там в Фейсбуке кто-то комментировали, опять там и напоминаем эти самые темы, равенство, разнообразие семейных форм. Ну, всегда как бы надо мутить воду, да, по маленькими акциями, больше, и тогда вот все равно как бы в дискуссии воспаляются, ты можешь что-то там добавить. Теперь такой поворот на темах, потому что в этом контексте борьбы с кремлевскими агентами у нас идет борьба с историей. И, ну, Ленина уже там сняли давно, в 1992, там очень давно. А в этом году сняли такие статуи сталинизма, но они были такие нейтральные, никакого там, ну, там крестьянка, рабочий, и этот мост, зеленый мост в Вильнюсе, если кто был, статуями четырьмя. Ну, дизайн один. Да. Теперь этот как бы, ну, кастрирован такой, этот мост. Да. Ну, так, ну, ты все изменили, все там. И это одна вот из этих скульптур солдата. А вот здесь слово «мать». А это вот первые мать, такие, да. Ну, как бы патриотические вот плакаты, чтобы, ну, уже нам болит, удалить эту боль. Это вот все наши ушли, ну, как бы они говорят за эту скульптуру. Это, ну, эти националисты здесь там и раскрашивали там, ну, такие варварские всякие выделывали. И вот в этот году наш мэр Вильнюса не сказал, ну, как, ну, на пропагандической почве. Он как бы это все разъяснял, что на ремонт. Но они не вернутся. Ну, ты какой ремонт, говорю, если на ремонт? Они не вернутся, это убрали просто. И вот идет борьба теперь на таком как бы... Ну, пространстве города. Вот это вот тоже одна из четырех скульптур. Рабочий, крестьянка. А это вот, это площадь Ленина, еще с Лениным. Ну, она очень главная, такая репрезентативная. Ну и вот, сняли этого Ленина, и теперь хоть она как бы пустая, там вот зеленые делают всякие там акции, здесь засеяли этими пшеницей. Ну и вот проекты на будущее. Это наш как бы символ, национальный символ. Там еще какая-то Мария, там Дева, не знаю. Или такой вот. Это проекты на будущее. Ну и вот мы теперь тоже как бы не
не хотим таких вот, потому что это идет этот груз, ну, как бы пакет этих ценностей. Если как бы ты уступишь на сфере этой памятников, то они хлынули со своими идеями в другие сферы. И так и выходит, что ты не можешь селективно относиться к активизму, что вот я феминистка, но я не займусь этим вот борьбой этих архитекторов, ну, активистов, которые за пространство. Ну, все как бы в одном котле. И в Литве, если когда-нибудь там будет интересно, на этой почве очень такая активистка знаменитая, и вот она с Ириной знакома, и Екатерина Лавринец, такая очень интересная активистка и архитектор, она сама очень такая как бы интересная, очень... Проект очень интересный, один из них, из нее идей покажу. Вот она против этой всей монументальности большой такой вот мужской силы на конях придумала такую акцию мини-протеста. И она шла долго, и тоже она работала на текстах, на фото. На фейсбуках люди там приходили свои, сделали мини-плакатики на этой площади. Просто ты задумаешь какой-то вот текст, что ты хочешь, какую-то весточку, что ты хочешь этой вот площади, самый главный, сказать. Ты там напишешь на какой-то бумажке, и там, ну, как мини-протест, маленькие такие. И такой мне очень этот понравился, потому что тоже маленькие ресурсы, и было очень много информации, там тоже писали, и тоже вызвали большие дискуссии, какой нам памятник нужен или вообще не нужен, потому что теперь такие две как бы оппозиционные силы, одни за этих патриотических больших памятников, а другие, что надо это пространство оставить людям на ну, чтобы они могли там с одеялами там пикники делать, ну, как чтобы они зеленые эти, которых очень мало осталось, зеленые это и лужайки всяких, чтобы могли использовать просто не монументы стояли там холодные, а люди живые там бывали, сидели там на скамейках, и дети играли. И вот даже такие вот идеи надо продвигать очень как бы трудно. И вот она задумала такой вот мини-протест, очень мне понравился. Я сама тоже там что-то там написала. Let the children play. И там иностранцы тоже присоединились, потому что когда очень интересный такой, это спрашивают, они там повесили концепт такого протеста. Там и на английском, и на русском, и на литовском прочитаешь, ты можешь сразу присоединиться. Вот такие всякие игрушки приносили. Здесь мое. Я написала свой свободу людям, конями, воображением. А еще это прикольно. Ну еще из таких интересных форм протеста тоже в Литве в этом году был за поддержку волков. У нас там квоты какие-то большие, очень на расстрел волков. И эти активисты по правам животных. И тоже их очень мало, они вот выставили этих волков. Ну, тут это тоже какой-то уникальный проект, это делается. Но я была сама как бы в восторге от того, что я когда увидела на площади этих волков, у меня была как новый. Но хотя бы я и видела, что это делается в других странах, там в России особенно, когда тоже мало этих активистов. Но когда ты видишь наяву все, как бы очень это все равно действует. Снова и снова. И я думаю, что люди, которые
ну, не знают про активизм, там другие протестные формы. И срабатывают очень такие вот простые. Они как бы говорят за волков. Я нужен природе, как она без меня. Вот, ну, такие вот здесь видны. Я там не... Там было, что я не ел бы ваших овцов, если бы вы не истребили моего леса. Ну, вот такие. Это было после процесса. Мы тоже вот эту... Когда кончился процесс против гимна, ну, как против нас за искажение гимна, так моя подруга вот сделала из этих обращений прокуратуры. Я так не знаю, почему я здесь на слайд сделала эту фотографию. Это очень мне понравилось, она сделала ее. Ну, вот кончился процесс.